Возвращаемся мы в Россию, в столицу. В Москве на Курском вокзале полицейские устроили погоню за так называемым пиратом. Мужчина незаконно продавал компьютерные программы, а когда его попытались задержать, пустился в бегство. Он мчался по вокзалу и надеялся уйти от погони, но на эскалаторе вдруг запнулся из-за того, что бежал на большой скорости, при столкновении разбил стеклянное заграждение. В итоге беглеца все-таки поймали. 31-летний предприниматель работает в магазине на территории вокзала. Против него могут завести уголовное дело по статье о нарушении авторских прав.